Глубоко в темных лесах. Уверен, дедушка никогда не видел такой большой фрукт феи. Удачный урожай сегодня. Темнеет, пора и домой. Что? Что здесь произошло? Хрит. Дедушка! Дедушка, ты в порядке? Скажи что-нибудь! Рит, дитя мое, запомни, что я сейчас скажу. Будущее Земли Рассвета в опасности. Мы, Леонины, древнейшие обитатели темного леса. Нам нравится природа. Мы рождаемся невинными и миролюбивыми. Каждый из нас обладает магическим талантом, но этот дар приносит и проблемы. Мы обладаем особой способностью освобождать и запечатывать запрещенную магическую силу. Злые силы давно намеревались использовать наши способности, но мы спрятались от них за защитой темного леса и жили осторожно. Однако, сейчас злая сила ворвалась в нашу деревню. С ним было бесчисленное множество монстров, и они уничтожили нашу деревню, захватив каждого. Я помню запах тлена. Бездна. Да, это должно быть безжалостный лорд бездны. Я пойду. Я верну всех наших людей. Нет, ты слишком слаб перед лордом бездны. Есть лишь один способ вернуть их. Попроси помощи у империи. Направляйся на север к империи Маньяна. Только с их помощью мы можем одолеть лорда бездны. Это тяжелое путешествие. Но, Харит, ты наша единственная надежда. Дедушка! Малой, ты в порядке? Эти уши и хвост. Да он же Леонин. Это редкость увидеть их. Выглядит, словно генерал Хелкарт разрушил это место. И все Леонины этой деревни пропали. Их старейшина умирает. Он долго не протянет. Я слишком поздно. Леонинов видели лишь в сказаниях. Монстры в таком количестве. Начинается что-то более зловещее. Когда мы прибудем в империю, надеюсь, ты сможешь рассказать, что действительно здесь произошло.